Палаты предпринимателя Атамекен Тимур Кулибаев был ознакомлен ходом строительства нового города на Левобережье. Новый город раскинется на площади 1532 гектара. Здесь будет 15 микрорайонов. Это будет город бульваров и скверов. Он будет гармонично сочетать в себе современные архитектурные решения с национальным стилем. С каждым днем все более явственнее вырисовываются очертания новой Кызылорды. Первые объекты будут сданы уже в сентябре. У нас есть своя программа «Орда» для малоимущих, потому что они не могут внести даже вот эти 20%, поэтому мы что сделали? Вот эти 20% мы компенсируем сами, выкупаем, но они потом платят аренду.